уфадефизрум.ру. Лучшие новости твоего города. Так, мне в глаза смотреть. Пытаюсь вас просканировать. Да, я готовлюсь к битве экстрасенсов. Слышали о программе «Битва экстрасенсов»? Так, сейчас соберусь. Энергии побольше накоплю. О, зарядился. Так, начнем. Так, лучше в глаза мне посмотри. У тебя имя, как у меня, начинается на букву И. Да. Правда? Ирина. Ирина, да. Ты родилась примерно, еще не зима, но уже вот такой поздняя осень, где-то конец ноября, я бы сказал. Ты, я смотрю, ну, как-то подвижный образ жизни ведешь. То есть... То ли с мячом иногда играешь, то ли... Что? Волейбол. Волейбол? Так, сейчас еще раз. Так, мне солнце больше помогает. Ага, так, зарядился. Так, еще раз глазами посмотри. Так, а с молодым человеком что-то не вижу, кто с тобой рядом. Ты выйдешь... А замуж за уже зрелого человека. Это будет человек, он примерно, ну, 2,5 раза тебя старше. Около 50 ему будет на этот момент. Серьезно, ужас. Да, как ну ты старый. Знаешь, но он очень известный, влиятельный человек в городе. 50. Да, 50 с чем-то лет, даже может постарше будет. Но вы с ним долго не проживете. Он не сможет иметь детей от тебя. Ты захочешь сильно детей, и тебе придется его бросить. Я уже хочу очень сильно детей. Это прям 100% предсказание. Мне, потому что гадалки предсказывают, что да, у меня мужчина будет, мой муж будет намного старше меня, что он влиятельный человек, тоже мне говорили. Угу. Но мне не говорили, что у нас не будет детей. Вот. Мне говорили, что у меня будет 2 детей. С ним, да? Ну, не знаю, с ним. Ну, сейчас давай руку я еще тоже посмотрю. Правда? Да, у тебя 2 детей будут. Ты выйдешь замуж 2-й раз. Уже гораздо моложе тебя будет человек. Моложе меня? Да, ему на тот момент будет около 17 лет или 16. Нет, я не верю в это. Очень бурный роман у вас будет. И... Не верю. Нет. Ой. О чем ты думаешь? Пошло-развратные мысли, нет? Были? Ну... Интересно. Рука. Вот эта линия мне нравится. А что, если я тебе скажу, что я не экстрасенс? Ты заходил на мою страничку ВКонтакте, да. Все узнал. Неправда. А как ты заряжаешься от солнца? Ну, так же, как и ты. Вас Маша называют, да? Мария, наверное, полное имя получается. Примерно возраст 25-27 лет. Так, что-то с финансами, с документами какая-то у вас деятельность, да? Может быть, не знаю, может бухгалтер, но это не уверен. Ой, не буду больше говорить. Или сказать. Скажите. Вас очень скоро ждет какое-то событие, то есть взрыв какой-то, эмоции идет. Замужем. Да? Счастливый брак. Так. Детей пока не вижу почему-то. Все, перекрылась информация. Не буду больше обманывать. Дети есть. Дети есть? Ну вот, все, сбой пошел. Ну, антенна, конечно. Сбивает меня с мысли. А можно про, грубо говоря, узнать более точно, вот про этот взрыв? Он будет скоро? Взрыв эмоций? Да. Давайте посмотрим. Он будет через месяц.
Но это где-то 30-40 дней. Ну хорошо, пусть будет, да? Ладно, ладно, здорово. Ей надо. Взорваться. Спасибо. Про замужем это, конечно, было очень сложно. Тебя называют что-то Люда. Нет, Лена, по-моему, что-то больше. Скорее всего, ну, Лена мне кажется. Да, Лена. По-моему, ты диплом готовишься, нет, или к экзамену? Да, готовлюсь. Сестра есть, по-моему, да? Или сестренка? Не могу возраст разглядеть. Есть две. Две сестры, да? Ой, говорить или нет? Ты на диплом опоздаешь. Тебе не получится в этом году сдать. Чё? Ты на второй год остаешься. Нет, уже такого да. не будет. Ты, у тебя, знаешь, что-то с историей связано. Ты учишься по специальности, и ты резко сменишь направление. Ты бросишь это дело. Ты не захочешь второй год учиться. А, второй год, ну, если я закончу, первое. Из-за диплома не закончишь. Ты замуж выйдешь, но ты с ним не будешь долго жить. Почему? Он очень влиятельный человек будет, богатый. Ну, такой же простой студент. Твой парень, да? Да. Нет, ты из-за влиятельного человека выйдешь. То есть не за того, с кем я сейчас встречаюсь? Нет. Это будет мужчина взрослый. Сколько лет? Около 32 сейчас им. Ой, что я еще вижу? Нет, не буду говорить, наверное, да? Давай лучше не при подруге, это тет-а-тет. Давай ты запишешься ко мне на прием. Нет, я не запишусь, нет? Я боюсь. Давайте дойдем, вы мне расскажете, что. Пошли. Так, ну давай, спрашивай меня. Ну вот сейчас у меня впереди ГОСТ, и что, не сдам ГОСТы? Да, можешь даже не готовиться. Почему? Ну ты их не сдашь. А скажите, вообще где я родилась? Родилась? Да. Это какой-то небольшой... То ли город, то ли поселок на букву А. Угу. Южнее Уфы, на юг. А что вы говорите, меня штормит? Что там штормит? Ну, ты будешь ездить туда-сюда. Неопределенность будет жизнь. Всю жизнь, что ли? Нет. В 33 года у тебя все сложится хорошо. Ну, но именно здесь, в Уфе, понимаешь? В Уфе? А ты куда собралась? Линия жизни. Долго будешь жить. Угу. Двое детей. Ой, здесь есть, да, хорошо. Сколько детей? Да. Двое, да? А мальчик, девочка? Да. И мальчик, и девочка. И мальчик, и девочка? Ну, это хорошо. Сколько мне сейчас лет? Тебе, я думаю, 20, похоже. Нет, не 20? Ну, извини. Кстати, я... Мне и готовиться надо тогда. Может быть, я выгляжу там, не знаю. Чего вы еще можете сказать такое, чтобы прям... Еще что могу сказать? Вон, там человек один снимает на камеру. Да? И что? Я не экстрасенс. Да. Он тут человек снимает. Все будет хорошо. Забудь, выкинь все из головы. Это вообще жесть. Давай посмотрим. У тебя все хорошо будет. Знаете, вы отгадали, вы мне прям еще задело. Мы в городе сказали правильно. А вы сегодня где-нибудь фотографировались? С подругой? Да. Пока. Так. Не смейтесь, я не могу. Знаешь, тебе где-то 22-23 года. По знаку зодиака ты, мне кажется, водолей. Да. Так. А родные... Тебя называют Таня, что ли, что-то такое? Или... Да. Спортом занимаешься, я не знаю, вроде, ну, много чем. Вот, что-то мне пришел в голову баскетбольный мячик. Да. Правильно? Да. Есть. Про будущее теперь пару слов. Знаешь, в 2023 году в Уфе откроют клинику по смене пола. И ты решишься... быть одним из 5 добровольцев. Но операция сначала пройдет все нормально, но через 3 года у тебя то, что, ну, как сказать, приделают, не приживется. И он отсохнет. Слава Богу. У тебя заново вырастет борода. Ты все равно будешь любить девушек. По-прежнему. В воскресенье у тебя будет всплеск эмоций большой, радости. По-моему, ты в лотерею выиграешь крупную сумму. Что, у меня аванс в воскресенье приходит? А, я еще хиромант, кстати. Давай посмотрим. Так, а где линия судьбы?
Давай другую руку. О, не та рука, что ли? Нет, ее тебя здесь нет. А если родинка на линии, что значит? Это, ну, родинка, так родинка ничего не значит. Я моя. Так ты мужчина. Я ошибся? А, ну да. Нет, все равно идет мужчина. Почему? В смысле, мужчина? Девочка перед вами стоит. Ты где в пол меняла? Все, у меня связь с корпусом потеряна. Понятно. А теперь вон туда посмотрите. А как вы угадали? Что? Что меня зовут? Так. На самом деле, вы сегодня сфотографировались в Инстаграме. И мы тебя нашли и посмотрели. Вот туда помажите рукой. Покупайте лицензионные ключи ко всем популярным играм Steam и Origin в интернет-магазине steamaccount.ru. Ключевые преимущества магазина – это широкий ассортимент, моментальная доставка и многочисленные отзывы клиентов. Магазин проверенный и надежный. Работает более 3,5 лет. Ссылка в описании под видео.